Привет, меня зовут Ольга, и вы на канале Spa Natur. Самое время выпить чашечку кофе и рассказать вам, где мы находимся. Сегодня мы проснулись на побережье Ариуэла Коста в апартаментах нового жилого комплекса Flamenco Village. Давайте здесь осмотримся. Это гостевая комната, в моем случае детская. В комнате встроена система хранения с выдвижными ящиками и двумя односпальными кроватями. В апартаментах две ванные комнаты с подогревом полов. На входе в каждую ванную есть удобный и интуитивный блок управления температурой. Так выглядит гостевая ванная комната. В этой комнате я остановилась. В ней двухспальная кровать, выход на просторную террасу, вместительный встроенный шкаф, личная ванная комната с тропическим душем, полотенцесушителем, а еще меня удивило внимание к деталям, здесь есть даже фен. А сейчас мы находимся в просторной гостиной, которая совмещена с кухней в стиле американо. Благодаря белому цвету стен чувствуется простор, и апартаменты словно дышат. Арендовать эту квартиру мне помогли ребята из Spa Natur. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете множество вариантов для аренды и покупки недвижимости. И не забывайте про колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски. Что-то я заговорилась, пора собираться на пляж. Одна из причин, почему я выбрала именно эти апартаменты, их удачное расположение. Вокруг жилого комплекса отлично развитая инфраструктура, супермаркет Меркадона, небольшой торговый центр с кафе, где вы можете позавтракать. А вы знали, что у Ариуэла Коста находятся одни из лучших пляжей в Испании, отмеченные международной наградой «Голубой флаг»? Это говорит о том, что вода, которая омывает побережье, отвечает высоким стандартам качества. На продолжительном расстоянии от берега небольшая глубина, что удобно для отдыхающих с детьми. К территории Плая Фламенко прилегают два пляжа, между которыми просторная набережная со спортивной и детской площадкой, ресторанами и барами. По пути домой можно заскочить в Меркадону и купить свежих продуктов к обеду. А для тех, кто любит готовить даже на отдыхе, кухня отлично продумана и полностью укомплектована всей необходимой техникой. Представляете, узнала, что в 5 минутах от дома есть субботний рынок. Свежие фрукты и овощи. Нужно будет сходить. Сегодня наш первый день. Давайте сходим, посмотрим бассейн. После обеда можно расслабиться у бассейна, пока дети плещутся. Смотрите, какая чудесная территория для детей с бассейном и фонтанами. Рядом с большим бассейном находятся два джакузи с теплой водой. У Spa Natur имеется множество вариантов для аренды и покупки недвижимости. Подробную информацию об этом и других объектах вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылку найдете в описании под видео. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их удобным для вас способом по электронной почте или номеру WhatsApp, который вы видите на экране. По территории Flamenco Village можно полноценно прогуляться, чем мы сейчас и займемся. На территории Flamenco Village есть несколько парковых зон. Идеально подходят для вечерней прогулки после насыщенного дня и не нужно далеко идти. Здесь вы найдете парки, детскую и спортивную площадки, а вокруг всего жилого комплекса будет размечена велосипедная дорожка. Цены на аренду в данном жилом комплексе варьируются от 180 до 220 евро в сутки в летний сезон и от 70 до 80 евро в остальное время года. Для покупки доступны двух- и трехспальные апартаменты стоимостью от 210 тысяч евро. Сегодняшний день подошел к концу. Меня зовут Ольга, и я с вами прощаюсь.